Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на моем столе долгожданный ТЭП-70 от издательства Модимио. Модель сделана аккуратно. Видно, что сделано так же, как и ТЭП-60. Правда, присутствует тот же глянец. Непонятно, почему на ЧС-4 они смогли избавиться от глянцевой краски. А тут опять у нас присутствует глянцевая краска. Такое впечатление, возможно, что это делается на разных предприятиях. Промеры показывают точное соблюдение масштабов. На рельс встает и вот катается вполне. Для постановки на ход буду использовать моторную тележку от своего старого тепловоза БР-130. Мне он достался уже вот в таком состоянии. Очень хорошая модель, потому что она двухмоторная. Не все они шли двухмоторные, зная, что часть выпускалась и в одномоторном варианте. Для использования этих тележек в ТЭП-60 и ТЭП-70 мне пришлось переставить оси крайние. Ну, соответственно, пришлось переставить червячные шестереночки, их раздвинуть необходимо было. Результатом я доволен. Двигается тележечка хорошо. Одна тележка от него уже использована и успешно использована в тепловозе ТЭП-60, а вторая будет переделана и использована в ТЭП-70. Тележка хорошая, двигается плавно. Ну, присутствует, конечно, вот этот характерный для старого Пико звук, тарахтящий. Ну, с этим приходится смириться. Работает он у меня хорошо, плавно. Следующий этап будет установка в ТЭП-60 звукового декодера от ЕСУ. Ну и потом сделаю видео, что в итоге у меня получается.